Снова всем доброго времени суток. С вами я, Игорь Шеститко. Мы продолжаем разговоры про таблеты. Напомню, что у нас тут есть Acer, который Iconia Tab W500. Это вот он. Мы вчера, на прошлом вебкасте поставили его в режим проверки длительности чтения, сколько он начитал. А также я просто проведу небольшую сравнительную характеристику с Asus и Slate. Замечательный девайс, тоже мне очень понравился, но это даже не Slate, то есть это полноценный, еще раз хочу сказать, что если таблетки таблетками, то Asus и Slate — это серьезный девайс, серьезные возможностями и тому подобное, да? Сравнение, пару слов, да, наверняка все захотят увидеть, насколько, кто, где, как. Вот вы видите сейчас, видите, теперь видите, тоже не видите. А вот вы наверняка видите сейчас, как это работает. Вот их размеры абсолютные. Вот их размеры по толщине. Кстати, по толщине, что самое интересное, они практически одинаковые по весу. По весу самое смешное, что тоже практически одинаковый, тяжелый. Нет, все-таки этот легче, но этот не такой уж тяжелый для того, чтобы говорить о том, что он там работает или не работает. Ну и что? Давайте посмотрим, во-первых, как они грузятся, а потом посмотрим на результаты тестирования. Включаем этот. Так, восстановление. Тоже восстановление. Видите, оба ушли нормально в слип при тестировании. Этот я тестировал на время чтения. Этот я тестировал на время проигрывания музыки вчера. А потом сделаем более полный обзор. Итак. То есть здесь еще и винда энтерпрайзовская стоит. Resuming Windows. Шустряк, однако. Так. В принципе, если сравнивать, что я не успел одновременно нажать кнопки, нажимаем. Так, набираем пароль. Где же... Так, ладно. Вот никогда. Пароль. Ой. Enter. Добро пожаловать. И что мы видим? Да, мы видим на самом деле, что за один заряд система успела дочитать до 740-й странички. Вот, обратите внимание. То есть, прочитать Мастера и Маргариту на одной зарядке можно запросто. То есть, я даже не угадал с выбором книги, обратите внимание. И сколько времени шло чтение. Напоминаю, что процесс тестирования времени жизни очень прост. И у меня система генерит файлик. Мы начали в 18:42 и закончили... Когда мы там закончили... Нет, тут энда нет. Ну, так всегда. И когда мы там закончили... Обратите внимание, в 2.08. В принципе, 18:42 это 19. 5 часов и тут 2.08. 7 часов 42 это без 20, без 18. 5 часов... 7 часов, вернее, 26 минут. Отличный показатель для того, чтобы работать. Да, то есть хорошо видно. Да, да, все правильно. 18, 42, 19, 5 часов до 24, плюс 2 часа, 7 часов. 7 часов 26 минут. Время работы таблета в режиме Iconia Tab в режиме экономии энергии, да, с притушенным экраном. Ну, сейчас он включил, конечно, яркость побольше, но в принципе, да, то есть как бы абсолютно читабельно, можно прочитать полностью за 7 часов книжечку. То есть отличный девайс. Конечно, было бы неплохо еще сделать идею перегрузки и тому подобное, но это мы уже не будем тестировать и так далее. Ну что ж, мы убедились, это я, наверное, врежу это видео в свой ролик про тестирование, а теперь давайте посмотрим, что предлагает нам дорогой и любимый Acer, ой, Asus. Asus тоже закончил проигрывание видео. Все тоже те же сценарии.
Мы идем в компьютер, мы находим здесь диск, мы здесь развертываем. Ага, отключил наушники, говорит. И давайте посмотрим, сколько здесь по тайму получилось. Давайте view. Ой, формат. Формат. Фонд. Ну, давайте сделаем, не знаю, 24. Видно хорошо. Начал я в половину первого ночи. И все это время, половина первого до 2:48, да, то есть как бы там 0:24, здесь 2:48, 2 часа получается, да, в два раза меньше, чем девайс, который Iconia, зато мы имеем дело, как я уже говорил, с полноценным компьютером, способным решать любые бизнес-задачи и вообще любые задачи достаточно высокой сложности, поскольку тут 4 гигабайта и Core i7 процессор. Вот мы видим процессоры 4-ядерные, все как положено. Памяти у нас здесь 4 гигабайта. А мы здесь видим, что у нас тут здесь. Перформанс. Ой, промахнулся. Надо откалибровать экран под себя. А вот, да, то есть память, процессоры, никто ничего не ждет, никто никуда не бежит и тому подобное. Итого, 7 часов 26 минут на чтение файликов, и 2 часа, это Iconia Tab была, и 2 часа, сколько у нас? 2 часа 24 минуты на просмотре видео для Asus. Добро пожаловать! Про Asus я еще много чего хочу сказать. Я его уже немножечко поюзал. Мне очень понравился девайс. Отлично просто. Ага, кто-то защелку-то снял. Приключения. Верну назад. Отлично работает. Быстренький, да, то есть очень приятный на ощупь, достаточно легкий. Ну, главное, что это вот такой бизнес-компаньон, а не просто посмотреть видео. Хотя видео я тестировал первым. Ну что ж, да, кстати, кнопочка. Вот. Удачи. Спасибо за внимание. Приходите еще, тестируйте свои системы, рассказывайте о том, как вам получилось их там разогнать по времени жизни, что вы смогли посчитать. Я еще раз хочу сказать, что никаких специальных настроек для ускорения по тестированию не проводил для этих девайсов, для ускорения или удлинения времени жизни не проводил. Я просто брал базовые ситуации, то есть то, что получит пользователь из коробки. 7 часов 26 минут, серьезная заявка почитать книжечки. 2 часа 24 минуты для того, чтобы посмотреть фильмы, любые фильмы в любом качестве на данном девайсе с i5, то есть играться и так далее и тому подобное. Остальные тесты я чуть провожу чуть позже и сделаю обзор подробнее и этого девайса. А с Iconia, ну, буду дальше делать, посмотрю, какие найдутся там глюки или нюансы работы и тому подобное. Ждите под полноценного обзора уже у меня в блоге. А всего хорошего, спасибо, увидимся. С вами был Игорь Шеститко, смотрите дальнейшие обзоры гаджетов и вообще, я уезжаю в командировку, поэтому путевые заметки тоже будут. Удачи!